Ладно, забайтили меня на этот скин, но в любом случае это первая игра моя будет на ней в рейтинге в седьмом сезоне, опять-таки. Артемида очень сильно, мне очень нравится, поэтому я думаю, сейчас будет изи победа. Как в прошлой катке, собственно. Сейчас будет легчайшая победка. Почему-то я тоже предлагаю через превосходство собрать. Я вот не знаю, стоит ли. Стоит ли. Ну давай попробуем. Давай попробуем вот так вот сделать. Так. Слушай, ты против Танатоса аккуратнее, он любит безэскипных богов. Я знаю, я знаю. А Артемида любит очень тех, кто гангает. Изи победка минут на 40. Ну, слушай, у нас лейт очень сильный. Окей. А, еще и болами мне дал в голову. Да я вард пошел, поставил просто. Мискликит. Ну все, уже началось с того, что типа чувак неправильно юзнул этот. Обилку нету прокачал. Он через ом пошел. Это минус две волны, чат. А то и три, да? Минус три волны. Да стой уже сзади до второго левела. Ну еще и спалил то, что ом у них, да? У нас. Блин, плохо, что против Шибаланки. Шибаланки очень сильный. Так, все, ладно, не отвлекаемся, чат. Я вообще все выключил, чат. Я вообще не выключил чат, конечно. Я же не дурак. Отойди, отойди, чувак. Все, поздравляю с приобретением дамажного скилла на первой минуте. Хорош. Ерсис, ля. Братиш, ты не огорчай. Так, чё я миссую? Нас гангать идут. Братка, потанчи, пожалуйста, будь так любезен. Подушкой убил в натуре. На химии, да, выиграл. Типа победил, говорит, да я там всех разнес в элите, алло. Да-да, подамажил и хватит. Сейчас на фиолетовый и на базу. Я не качал пока. Ну, кстати, Ганеша мне очень подойдет, на самом деле. Что? Крипы убили. Крипы убили, блин. Ну это случайность, вы же понимаете. Это только случайность. Так, так, так. Там один крип, самое главное. Там был один крип, чат, понимаете? Один. И он меня убил, это просто жесть. Как же она плохо фармит в начале, а? Она очень плохо фармит, но в лейт у нее, конечно, будет такое, что... Давай по новой, Миша, все хуйня. Да, да, все по новой, чат, уже по новой. Слон чуть не умер. Oh, you touch my tra-la-la.
Ла-ла. Хватит юзать-то, но. Офигеть, блин, да что у них столько урона-то в начале, не понимаю. Смотри. Они зайдут, если они нас убьют. Держу в курсе. Да. Что-то жестко. Чувак меня пытается научить, как мне играть. Окей. Пока все плохо, мне нужен ульт. Мне очень нужен ульт. Как только будет ульт, и у них будет большая-большая попа боль. Я прям обещаю. Господи, столько ультов сюда прилетело, офигеть. У меня есть ульт. По таврку лучше не лезьте. Заказ выключен пока. Они отошли, отошли. Неплохо зашел. Неплохо во все зашел. Так. Зато фиолетовый выбили, лол. Офигеть. А он еще и держит крипов, ты посмотри. Такой же чило, конечно. Я не знаю, имеет смысл? Не, нет смысла. Клип ВК, как всегда, окей. Retreat middle lane. Мне нужно пофармить срочно. Ой, фиолетовый появился. Так, так, так. Дамажим, дамажим, дамажим. Таната слаб, и то начало игры, когда он сильный. Он ни разу не пришел, вы же не видите, как он отыгрывает. Куда вы знаете, что он слаб? Ага. Не достал обеими этими, понимаю. Будут давить меня, но мне 6 секунд надо подержать. 5. Все, есть ульт. Хорошо, я не ультанул. Сейчас бы просрал ульт. Не хочет этот ворваться, Янус? Янус не хочет ворваться? Здорово, Артик, не играю где-то с полгода. Как много ли поменялось в игре? Но недавно был патч, новый сезон вышел, да. Вот с того времени, конечно, поменялось нормально так. И то уже скоро новый патч выходит через там недельку-две. Поэтому да, нормально так поменялось. Так, что у нас у Шабаланка? Ага. Что, Янус свою линию держит? Он гангает, он правильно делает. Янус очень-очень сильно мобильный. Максимально мобильный, самый из всех, наверное, мидеров, которые есть. И он может себе позволить постоянно гангать. Плохо сейчас было, конечно. Да ладно, и он не под таверку пошел. Не под таверку, серьезно? Вот как играть с людьми, которые... Ну, непонятно, что буду делать. Это очень странно, конечно.
Я поставил ворд, алё. Нет, ну не воруй мой опыт. Ты чем? Зачем оно тебе надо, дядя? Он там не на ульте, не на блинке хочет влететь. Мне нужно продержаться до где-то 4 артефактов, чат. И все будет хорошо тогда. Но мы, скорее всего, проиграем этот замес. У Шабаланки нет... Нет как такового бурста. Хорошо. Хорошо! Хорошо. За это можно и поаплодировать. Даблкил в прямом эфире, как говорится, чат. Кто еще кого там бустить будет? Герсиас меня или я Герсиаса все-таки? Я попушу, если же умру, ничего страшного, в принципе. А то они там так таврку быстро сломают. Причем здесь Танатес? Мы дуо выигрываем, Ульфич. Мы дуо выигрываем. Что? Не, ну давай, я тут нажму, если надо. Здорово, Ник, я тебя давно так не видел. Здорово, дядя, рад тебя видеть. Я что-то не понимаю, зачем Танатос Катана еще ни разу не видел, чтобы кто-то хорошо с ней играл. В чем прикол? Ну, и давайте еще раз, чат. Все играют с артефактами, которые максимально им удобны. Понятное дело, то, что следует действовать. Вот так сделаю, пока рассказываю. Следует действовать по мете, потому что мета — это уже проработанные артефакты, которые все используют, и у них по статистике результат выше. Но при этом у каждого есть какие-то артефакты, с которыми ему гораздо комфортнее играть. Соответственно, твой КДА и вообще твои показатели с этими артефактами будут выше, чем обычно. То есть, если кто-то на Танатосе с катаной сыграет лучше, чем я с Танатосом без катаны, то лучше собрать катану, конечно, играть от катаны. Вот, типа, понятное дело, что это не очень полезный для него артефакт, но не самый полезный. Вот, ну как-то так, чат, как-то так. А там есть разве? А, окей, есть, окей. Ну и все, он вернулся, хорошо. 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 Понимаю, Танатос и правда слабый оказался. Мне не хватит ХП, чтоб добить. Или хватит? Хорошо. Хорошо, идем, чат. Блин, я бы взял бы Ишиваль на самом деле. Но мне нужно какой-нибудь вампиризм. Я даже не знаю. Но я всегда на нее Аси беру, кстати. Ну вот, да, видишь, не соглашусь, но я никогда так его уже не соберу. Слишком привык играть через палач гидры и дробилку. Вот, видишь, у всех по-разному. Всех по-разному. Аси не есть хорошо. Да у вас все нехорошо, чат. Вечно меня ругаете. За билды, за мои. Ой, зачем я ульт-то прокачал? Мог двойку апнуть до конца. On my way. Сколько там Ася? 1400 сейчас?
Еще 300. Вот как раз один килл. Братик, столько урон нанес. Должен драться до конца же со мной, ля. Более сейчас твой кто-то там подтянется, наверное. Да почему я миссаю-то? Чат, не специально, правда. Пойду, отойду. Пойдет она или нет? Понял. Прыгнет или нет? Прыгай в меня прям. Не, ха. This is the future, чат. This is the future. Revolution. Don't worry, the Valkyries will take care of them. This is the future. Просто у Аси очень сильная пассивка. Что это за игра? Эта игра называется Smite. Это аналог, ну если так в общих чертах, то это аналог Dota, только от третьего лица и с богами, блин. Концепция игры в миллиард раз лучше, чем Dota. Второй игрой что сегодня? Будет Домина и Book of Demon против чата. Я приобрел все-таки Book of Demon, ребят. Очень хочу с вами поиграть в нее. Видите эту скорость атаки, алло? Неплохо, он спас меня от Януса. Привет. Давай, 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 я иду, иду, иду. Романыч, конечно. Ну я понял, ладно. Не хотите? Ну-ка, не в меня. Да ладно, кабанчик! Ладно, и так тоже можно. Revolution. Куда он ушел? А, вон он. Я его никак не догоню. Слон просто. Ай, лол. Ну что, будет помощь на ГФ или нет? Нет. Ого, там сколько крипов, вкусно. Блин, крипа не добил. Машинально сработал, машинально отагрил крипа, пипец. Отходи, братик, отходи. Хочешь атаковать? Куда? Герсис хорош. Ага. Вообще пофиг то, что ульт на одного слил, чат, типа. Вообще пофигу. Вообще, ну, как бы, никак не трогает. В плане того, что килл... On my way.
Герсиас, братик, помоги мне! Ну, догорит, догорит, дядь, догорит, 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 смотри, догорит. Не догорел. А чё, чё это? А, это не мне, наверное, сори. А мне не сказал сори, чё, а вы видели? Это тебе, это тебе. Ладно, КД, сори, ладно. Да не, я понимаю, у тебя и ХП не было толком, чтобы драться нормально. Я просто бы не ушел, я бы просто не ушел. Enemy ultimate incoming. Герсиас там полетел уже во все. Какой билд Танатоса от Аси и Катана? Очень такой себе билд на самом деле. Почему не было оповещения? Спасибо. Звук был, а анимации не было. Спасибо за подписку. Понимаю. Вот она отвратительный билд, конечно. Да, 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 пойдем убьем. Была анимация, да? Я не увидел. Ах ты ж. Всегда с ультой. Получила. Ха-ха. Не, ну мы их разбираем, конечно. Разбираем, конечно. Все-таки 1600 ММР это вообще не игры. Ну кто Defend Right Lane? У кого-то что, есть этот телепорт или что у нас? Мы что, в доту играем? Не понимаю. Коса прилетела опасно. Здорово, Тош, я тебя 100 лет не видел. Шо, мать, куда пропала? Окей, окей. Я как обычно раз в полгода здесь, да вообще не говори. Не, ну я рад тебя видеть, приветик. Все-таки старички заходят частенько, и я рад. Арт с Мулан готов? Какой арт? Вторую реликвию брать. Ой, забываю, кстати. Но ничего, снова патча. Кто видел мое видео, знает, да, что будет за изменения. Теперь о том, что реликвии нужно поменять, будут сообщать сама игра. Она будет прям мигать у вас. Забываю. Рили забываю. Вообще, знаете, мы что сейчас сделаем? Чекайте. Сейчас будет вот так вот. Мне абсолютно не нужен Аегис в этой катке. Я диплом защищал, может поздравить. А, да ладно, защитила диплом. Вообще поздравляю, диплом это очень круто. Как бы не сказать, что он. Все говорят, что он не нужен и все такое, но это одно из важных таких, так сказать, жизненных, жизненных путей, линий, я не знаю, точек, возврата, невозврат. Ну это круто, короче. Поэтому умница, нифига себе. Да, будем через блинк играть сейчас. Я не знаю, надеюсь, они не сдадутся, и мы нормально так. Через блинк поиграем. Ой, Бейрил. Но если ты не знаешь, кто ты по диплому, это же не значит, что он никому не нужен будет. Он один там? Ну он не один, мне даже нет смысла особого юзать все это.
Я так и знал. Хорошо. Не, ну так, конечно, нельзя, но, типа, да, бывают такие ребята. А что с них взять? Что с них взять? Да дамажьте просто, алё. Это крипы-то подтянулись уже. Хорошо. Понимаю. Он просто зашел. Я иду. Я тебя поймал, все. Пушим. Очень много санвуконг урона, кстати, впитал. Да не, все правильно, все поступил, надо допилить. Допилить диплом, это вообще кайф. Ладно, они бэкаются, я думал, мы на ФГ пойдем. Реально сильный пик сливает слабому, но не хороший пик. Но у нас, конечно, блин, не добил я чуть-чуть. Сейчас добью и вернусь. Сколько мне там надо? Хочу с луком, потому что сейчас, скорее всего, будет завершающий этап игры. А я хочу, блин, кануться, ульта, ну, короче, жестко сделать. Да, шабаланки очень играбельный. Вполне себе, очень сильный АДК. Я не знаю, почему его так недооценивают и забивают, типа, на него. Еще не понимаю. Ой-ой-ой, как же ты не достал. Но я могу, типа, блин, кануться. Но не очень хочется. Крайне слабый Танатос на самом деле попался. Смайт сломался? Что случилось? А что мы делаем? Да, давайте уже прямо финалочку нормально бахнем. Не знаю, мне кто-нибудь будет помогать, интересно, ФГ бить? Ага. Здорово, Блэкбок, здорово. Сусанна очень приятный нерв, на самом деле. И очень оправданный, кстати говоря. Даже в этой катке даже сапог не хочется менять, меня так все устраивает на самом деле. Мне даже на базу не надо. Я бы, конечно, бы пошел бы баф выбил. Взял бы. Окей. Окей, Герсис. А никого нету, дядь. Перестановишь, должно помочь, я думаю. Ложись, братик, ложись, отдохни. Итак, сколько убил людей-то, ля? Господи, бедная. Че, Януса забираю, блин, ком? Не забираю, не видно ничего. Ай! Ой! Пол хп, мать, ты что сделал? А, понимаю. Не получилось красиво сделать чат.
Ладно, мы с тобой поковыряем, пока они Герсиса преследуют. Ай! Ай! Хорошо. Как сказать хорошо? Можно было лучше, конечно, но нормально. Да им сейчас крипы спушат, да, наля. Это просто такое доминирование, на самом деле, над ними. А кто мне... Кто матчасть хорошо знает? Если я апаю активный артефакт, допустим, блинк, он у меня... кулдаун уменьшит или нет? Да я шучу, то, что крипы спушат. Конечно, не спушат. Нет, ну да. Собственно, как я и предполагал. Но было бы знатно. Я не знаю, почему так не сделают. Окей, я тогда отойду. Так, что я могу собрать из критов и из чего? Давай вот этот. Артефакт уменьшит. Ну, он этот. Его же никто, по-моему, не собирает, да? Сейчас, короче, будет. Ах ты жучила-то, а? Да я ворвусь-то, Герсиас, ля. Репортнем, да, его потом? У него же стрим закрыт, наверное, репортнем его. Собирает спорт, да? Ну, я что-то не видел, чтобы его собирал. А может и видел, просто не обращал внимания. Понимаю. Давай так сыграем, ладно. Ха-ха. Не, ее можно через блинк играть, но видите, на поздней стадии только, а обычно к этому времени с ней вряд ли кто-то справляется. И не возникает таких ситуаций, когда прям нужно это сделать. Ты что сделал? Ну вот такая вот каточка, в принципе хорошая катка на Артемида. И Артемида очень играбельная, мне очень нравится. У нас был джанглер нормальный, ну пойдет, ладно.